На Южном Урале появится региональное представительство образовательного центра «Сириус». Это площадка профессиональной поддержки одаренных детей в области искусств, спорта, науки и технического творчества. Центр работает в Сочи. О сотрудничестве договорился губернатор Борис Дубровский. Он ездил в Южный город на встречу глав правительств стран ШОС. Надо договориться о том, что будет от них инициатива, которую мы будем рассматривать, о создании некого аналога регионального представительства этого образовательного центра, которые уже созданы, ну, с их слов, в 20, если я не ошибаюсь, уже регионах. «Сириус» создан по инициативе президента Владимира Путина. Каждый месяц туда приезжают 600 детей в возрасте 10-17 лет из нескольких десятков регионов России. Их сопровождают более сотни преподавателей и тренеров, известные деятели искусства. Пребывание в центре бесплатное. Отмечу, что в Сочи на встречу глав правительств стран ШОС губернатор Борис Дубровский прибыл по приглашению премьер-министра Дмитрия Медведева. Челябинск сейчас претендует на проведение саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. Кроме того, Борис Дубровский ранее предложил провести отдельный форум глав регионов стран Шанхайской организации сотрудничества, чтобы области могли наладить связи напрямую. На Южном Урале уже разработали устав форума. Сейчас этот проект проходит процедуру согласования с уполномоченными органами стран-участников ШОС. В нем описаны основные принципы взаимодействия между странами. Ожидается, что впервые форум глав регионов пройдет летом 2018 года в Таджикистане в рамках Совета глав правительств ШОС.